строительном рынке России компания «Талант» существует 14 лет. За это время она зарекомендовала себя как надежный застройщик. Уже более 7 тысяч жителей Ижевска, Перми и Набережных Челнов выбрали себе жилье от строительной компании «Талант». С 2015 года компания начала строительство в Уфе. На сегодняшний день здесь возводят квартал энтузиастов. Домов у нас в квартале уже спроектированы 6 домов, то есть переменной этажностью. Также будет в квартале детский садик и парковка на 150 машин и мест. Уже до сегодняшнего месяца мы уже возвели 14 этажей, то есть мы идем по графику. У нас по графику 2 этажа в месяц. То есть в этом году мы уже планируем закончить полностью конструктив. Что мы ожидаем, в принципе, от этого квартала? Благоустройство, самое главное, как бы наше преимущество. То есть мы заказываем отдельно проект на проектирование именно всего квартала в целом. Чтобы своими глазами увидеть ход строительства, а также пообщаться с менеджерами, компания «Талан-Уфа» регулярно проводит дни открытой стройки. Кроме менеджеров, у нас есть технические специалисты, которые могут ответить открыто, как бы с высоким своим профессионализмом и квалификацией на технические вопросы, то есть по благоустройству, по сантехнике, по материалам, по качеству их, по технологиям, по проектированию. Такие тонкости, конечно, наш клиент, он хочет знать. Здесь же можно узнать все способы покупки квартир, возможности ипотеки, рассрочки, а также зачета вторичного жилья. Ирина и Евгений – молодожены. После свадьбы остро стал вопрос о покупке жилья. Квартал энтузиастов сразу привлек их внимание. Мы работаем здесь недалеко, то есть как бы каждый день мимо ездим, и просто интересно, место хорошее, то есть и такой панорамный вид открывается, нас заинтересовало. То есть обрати внимание, как быстро строят. И интересует то, что парк здесь рядышком. То есть это расположение очень удобное для нас. Площадки. То есть площадки, да. Я давно планировала вот именно в этом месте себе купить квартиру. А на данный момент я считаю, что это один из надежных застройщиков. Мне нравится, как они активно работают. Я сама строитель по специальности. Я вижу, что качество здесь соответствует требованиям нормативных документов. С этими людьми хочется работать. Ну и, конечно, я хочу жить в этом доме. Сюда пришли, шикарное обслуживание, офис хороший. Все объяснили, все рассказали. Приемлемая цена. Понравилось расположение, понравился проект сам. Решились, взяли трехкомнатную квартиру. Будем ждать, когда она достроится. Надеемся на все, что обещали, все выполнит. Девиз нашей компании – это строим как для себя. То есть качеству уделяется повышенное внимание. Материалам строительным, срокам сдачи. Всегда учет их пожеланий. То есть что хочет видеть наш клиент в своем квартале. Какое благоустройство, что он здесь будет делать. На что вдохновит его наш квартал энтузиастов. То есть кто-то у нас начнет бегать. Кто-то у нас заведет здесь семью. Кто-то встретит свою любовь. Кто-то познакомится с соседями, будет устраивать общие футбольные матчи, гулять, устраивать праздники. То есть мы хотим, чтобы здесь был как город в городе, очень теплая атмосфера, такой социум, когда люди любят, уважают друг друга, им приятно друг с другом жить. Приобрести жилье в квартале энтузиастов вы можете, позвонив по телефону 287-77-77 или обратиться в офис продаж по адресу Цурюпы, 75. Евгения Кретова, Ильдар Каюмов, Илья Стухватуллин, городской телеканал ЮТВ.